что касается холодных квартир в Ридере и прочих, в отличие от вас, у меня есть объективные данные по параметрам работы тепловых сетей всей страны. Тепловые сети, тепловые источники, энергоисточники, ГРЭСы и так далее, и так далее. Я основываюсь на объективных данных. И ответственно вам заявляю, что в городах Ридер и Кибастуз, в котором ранее была крупная коммунальная авария, в других городах отопительный сезон прошел в нормальном режиме. Были нештатные ситуации, были порывы теплосетей, но задача коммунальных служб – устранить их в нормативные сроки. На каждую трубу, на каждый диаметр свой нормативный срок имеется. Так вот, мониторим вместе с Министерством энергетики, с Министерством промышленности и строительства эту ситуацию. Они были устранены в нормативные сроки. Отдельные квартиры в разных городах страны, в том числе и Астане, которые испытывали недостаток в теплоснабжении, они, конечно же, есть, они будут, но нужно выяснять причину. И такого не бывает. В прошлом году, в этом году я объяснял на пресс-конференции, на одной из пресс-конференций, говорил одной из ваших коллег, что она мне спросила в городе Астане, у меня вот холодно в квартире, в соседнем доме тепло. Это плохо работает ТЭЦ. Это неплохо ТЭЦ работает, это плохо подготовлен ваш дом. Мы сами должны готовить его к зиме с кооперативой собственников квартир или ОСИ, как сейчас мы их называем, новые объединения. Сами жители должны готовить свои дома к приему тепла.